Hello everyone! Всем привет! Итак, мы сегодня посмотрим для меня, может для кого-то не новая группа, называется Within Destruction с песней Toxic. Как они поют, я не знаю, просто мне высветилось, я что-то захотела их посмотреть и послушать. Вот, так что оставайтесь со мной, а перед этим, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и пишите комментарии. А мы начинаем. Вот это круто, если честно. Знаете, откуда эта группа? Вы ни за что не догадаетесь. Кстати, вы можете написать в комментариях, откуда эта группа. Я вам дам немножечко время, чтобы вы написали. Когда я узнала, я была очень сильно удивлена. Оказывается, эта группа из Словении. Вот представьте, я вообще не представить не могла, что я, в принципе, не знаю группы Словении никаких. Ну, у меня всегда как бы ассоциируется в плане того, что Словения что-то все-таки более спокойное, более народное.
то же самое брать там Евровидение, там никогда не было таких артистов, которые пели бы какой-то мощный рок, там, да просто даже рок, они все, в основном все-таки более к народному относились. И я, в принципе, правда, не знаю группу из Словении, но тут это что-то прям нереально. Это очень круто звучит. Мне понравился клип также. Особенно, когда вот на экран, где вот там был у них фиолетовые линии, такие розовые, в общем, классно они сделали. В принципе, для такой, я не знаю, кстати, честно, я не знаю, начинающая эта группа, сколько они по времени уже на сцене. Ну вот, если так считать, что у них YouTube-канал зарегистрирован в 2011 году, вот, в принципе, и на 33 тысячи у них на канале. Но для такой группы, для меня она, конечно, неизвестная была. Вот, это очень классный клип, очень мощная песня, прям здоровски классная песня. Вот, и я еще чуть-чуть немножко посмотрела, я не слушала их песни. Я так понимаю, они еще как-то раньше базировались на чем-то, как бы, японском, что ли, в плане, вот у них есть какой-то визуал, что они вставляют каких-то японских типа с аниме вот такого вот штук. И у них, кстати, тур тоже в 2021 году, причем такой большой мощный был. Вот очень прикольно. И наверное, они, может быть, они сейчас немножечко поменяли ориентир в музыке и в плане клипов, но вот раньше, вот я смотрю, у них до этого были клипы, очень много ставок с аниме, какого-то, может быть, что-то связано еще с кибер было темой, ну, в общем, ну, который сейчас песня мы смотрели, но это очень поразительно, вот именно чисто для меня, потому что я не представляла, что они такую мощь сделают и в мелодии, и в клипе, и вообще, что там будут они и гроулить, и петь на чистом вокале, это очень здорово, правда. Для меня это было удивительно, я прям поставлю здесь 10 из 10 музыкальных ноток. Напишите, может, вы знаете эту группу, как вы давно являетесь фанатом этой группы, какое у них было раньше звучание, будет интересно очень посмотреть. Так что пишите все ваши эмоции, впечатления об этой группе в комментариях, я почитаю об этом. Вот, также не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал, все это очень важно. Также, пожалуйста, подпишитесь на Boosty, на Рутюб и на Яндекс.Дзен, также все ссылки там есть, я очень надеюсь на вашу поддержку. Также на все социальные сети подписывайтесь и на Telegram. А с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю. Всем пока. Бай-бай.